Tu me vas a andar and no luck with my mom. Say what will you do with your life? You know it's hard to survive. A cigar in my mouth, maybe guilty but proud. Now I'm an outlaw on the run, dangerous but it's so fun. Running, running. Made for live betting. Приветствую всех еще раз на трансляции UCC. С вами по-прежнему Киберфокус и DQ, студия UCC, Existence Galaxy против XCOM, вторая карта. Что думаешь по этому поводу? Я думаю, что шансы есть все команды XCOM завершить эту встречу совершенно 2-0. Ты прям надеешься на это, да? Не, просто я говорил, что Existence Galaxy должно будет забирать 2-0 в самом начале. Но ты скажешь, что будет 2-1 в пользу XCOM. Но теперь я после увиденного на трейне думаю, что XCOM обязаны просто давать бой. Ну, во-первых, начнем с того, что эта карта Mirage противостоит, скорее всего, будет предельно равная. То есть я не верю, что здесь будет односторонняя какая-то игра. Да и в целом лига формируется таким образом, что команды все собраны здесь, 10 команд. Они сами по себе, ну, плюс-минус равного уровня игры. Просто, например, у Red Reserve сейчас проблемы с составом. У них сейчас не все гладко. То есть, опять же, возвращаясь к тимплею какому-то. У команды XCOM, Existence Galaxy и Хау предельно нестабильная игра. И поэтому они тоже в какой-то мере, для них есть здесь неудобные соперники. И в то же время их сложно, к ним сложно подготовиться и прочитать их. Я всегда говорил и буду говорить, что Mirage — это карта 50 на 50 в любом случае. Да. И тут конкретно выделить какого-то фаворита не имеет смысла. Поэтому я надеюсь, что Existence Galaxy все-таки соберутся, покажут свой максимум, и мы уже увидим победителя на третьей карте. Что ты так улыбаешься? Ничего, я просто думаю, что они не соберутся. Не соберутся? Нет. Не, ну всякое может быть, конечно. С другой стороны, Existence Galaxy — это их пик, и они, в принципе, чисто в теории должны подходить довольно-таки твердо. Да и XCOM, ну ладно. Там уже просто мы смотрели на винрейт и понимали, что вообще команды на трейне могут, и вот они, собственно, и показали. Разница в 48 раундов была в том, что они начали кидать две хае вверх-вниз. Ну да, но на самом деле усилия Existence Galaxy должны окупиться. Они же очень старались на трейне. И, возможно, смогут забрать все-таки свой Мираж и уже после этого. А ты прикинь, они сыграют Мираж 16-14, XCOM проиграют. И проиграют на овертаймах третью карту XCOM. Это будет очень жестко. Это будет самый неудачный день за всю историю коллектива. То есть время по Москве сейчас час ночи уже. И, ну, с Польшей оно не шибко сильно разнится по факту. И все равно, и вот этот 2 best of 3, которые идут на протяжении там 7 часов, это просто очень сильно ударит по ним. Ну что ж, Existence Galaxy выигрывают ножи, будут начинать за защиту. Это, безусловно, плюс для них. И посмотрим, как XCOM вообще будут себя чувствовать в атаке на этой карте. Но я думаю, проблем у них никаких не будет, поскольку эту карту умеют играть все. Ты, кстати, видел когда-нибудь М249 профессиональных игроков в матче? Видел. У кого? Когда-то я играл в команде, видел. Не считается. Почему не считается? Что было в прошлом, остается в прошлом. Ты имеешь в виду, когда я комментирую? Ну да, или просто смотрел за какой-то лигой. Ну, не помню. Может быть и было, но я этого не помню. На Мираже Snax играл за Mo Sports.
Против кого? Я не помню. Он контрил апартаменты на Б. На балконе стоял. Не, ну когда-то кто-то покупал в любом случае, но, скорее всего, тогда уже счет позволял, поэтому только в таких случаях уже на официальных матчах берутся такие девайсы. Да и как-то неприлично. Ну да. Как бы это странно не прозвучало. Ладно, друзья, первый пистолетный раунд здесь с Galaxy против команды XCOM. Моно первым номером выход с ковров, и бота на пару стимейтов нужны при... не проверили, хотя только лишь один минус. А дальше промахет бота, но минусовый находит он тоже. И в итоге атака закрывается, как все он бансует, приседает, да ладно. А где Оскариш? А он по точке Б люркера играл. Окей. Почему Оскариш играет тогда последним вообще в этой тактике? А выход с ковров первым номером? Или он хотел обойти, наверное, на последних таймингах в спину? Ну, типа, да. Тогда окей, тогда вопросов нет. Тем не менее, как раз Existence Galaxy сделали упор на А-точку. Они поставили одного в коврах, одного между и третьего на Дельпане. И был у них прекрасный перекрестный огонь сейчас. Nice план, конечно, но... У XCOM ничего не получилось. В предыдущем пистолетном раунде хаешка полетела. Оскариш минус пол хп. Стимейт на дне спину же, товарищ по команде. Нашивается по девятом. Бух ты мой, я начал бояться уже, что Пловский погибнет. Стимейт еще хае полетели. Ну все, задавили весь старт. XCOM даже... Они стояли-то внутри, внизу, на рампе, где-то подальше, чтобы их не задавили эти хае и фармганы. В итоге все равно это произошло. И у Навка по итогу 2 хп осталось. Перестреливался, и был шанс, что его заберут, но нет. Ну что ж, первый оружейный раунд от XCOM. 5 АК-47. Чем он обернется? Кстати, фармганы не дропают. Не ребят, 4 МП-9 у Existence Galaxy. Не, ну такое надо наказывать, на самом деле. Это слишком дерзко. Ну сейчас, если они подожмут под флешку яму, будет какая-то информация у них. Уже ушел Оскариш дальше к Т-респауну. И, возможно, понимаю, что вот это будет middle, либо под B сейчас выход. Вопрос, как на эту информацию будут реагировать Existence Galaxy. Так, Барбар, покинет ли окно? Так, подсадка в окно, а Барбар как раз находится под ней. Против зигзага. Гуфи в любом случае не будет выходить, он понимает, что сейчас его контролят. Но когда XCOM начнут где-то шуметь, раскидывать, допустим, под Б-плентом, тогда он уже сможет споймать хороший тайминг для того, чтобы выйти с окна. Под Б уже 3 игрока. Эту стратегию с Galaxy уже читают. И будет крайне тяжело XCOM выйти, с другой стороны у них фармганы. И в этом вся сложность заключается. Гуфи, кстати, слышит перетяжку из окна. И, возможно, сейчас займет эту позицию. Так, Навк. Уходит в кичен. Пошел заход на точку Б, но в смог выходит. Очень опасно. Ботан на тачке. А молотова-то нету. Сейчас у XCOM откинуть на эту точку. И Ботан может найти несколько фрагов. Навк минус по Гуфи. Еще успел запрыгнуть. Но, скорее всего, XCOM это прекрасно слышали. Должны его чекать. Да они вчетвером сидят в защите по точке Б. Не двигаются вообще никак. 25 секунд. Можно выходить. XCOM. Есть минус по Ботану. Тут еще Барбар. Перестрелка. В итоге Моно погибает от своего. Ситуация 2 в 3. Бомба упала, забирает еще и JetQR со Скаришем, и Стом последний против троих. Ну и он, собственно, покидает этот раунд с машины. 3-0 пользу Existence Galaxy за атаку. XCOM пока что не очень-то и хорошо себя показывает. Опять же, занятие центра неплохо. Противник подставлялся. Фраг не позволил сделать Existence Galaxy, не позволили сделать на себе. И, соответственно, XCOM были просчитаны после аркады ямы и ковров. Ни в яме не было никого, ни в коврах. Ну что, вижу 3 смока и 3 флешки, под которые можно сыграть под точку А раскидом, что, в принципе, и делают сейчас поляки. Посмотрим на реализацию этого раунда. Фредди Би находится за искрой, второй игрок на головах. И только вопрос в том, будут ли агрессивно отыгрывать после того, как откинутся гранаты. Так, хаешка в яму пошла. Сколько же урона по стомбу залетает. 22% здоровья того осталось. Гуфи погибает, но совсем прям как терять. Нет, не получилось. Вроде били лишь 2 минуса. Ого, еще и Наук погибает. Слушай, потеря-то серьезной стороны защиты. Ну, 2 минуса на пистолетном экономическом. Слишком много еще и бомбы. Если поставят, то же вообще будет полный провал. И бомба ставится бомба все-таки. Бомба ставится, еще и забирают Пловского. Даже если не возьмут раунд, в любом случае XCOM выжили максимум с этого. И это четвертый за Existence Galaxy. И при этом плюс деньги для XCOM, учитывая тот факт, что они поставили бомбу. Выбили 3 девайса и поставили бомбу. Это прям вообще программа максимум. Да, мы понимаем, что раунд все равно Existence Galaxy забрали, но выбивание экономики — это очень важная вещь из дефенса. Потому что там-то как раз-таки все с ней очень-очень тяжко двигается обычно. Так,
Опять же, вопрос, как Навка будет отыгрывать за защиту со своей снайперской винтовкой. Будет ли он агрессивно играть? Часто я видел, как он с респауном хорошим запрыгивал в зикс окна. А в этот раз был не самый лучший рез, поэтому отыгрывает именно с окна. Перестрелка под Б-точкой, но стомпа остается 77 хп. Ну, через стенку по руке нашивал куда-то ботан. Ну да. Так, урон не так много нанес. Смог откинул, тот ушел. И в итоге апартаменты пустые. Так, X-com. Молотов в подвал. Гуфи под него решил выйти. Занять при этом коннектор. Все, есть информация сейчас у команды Existence Galaxy, где находится один игрок команды X-com. И это коннектор. Выхода туда и не будет, я понимаю. Хотя в теории флешку можно было накинуть, но Гуфи такая позиция, что эта флешка может задоджить. И здесь нужна прям ювелирная. Именно под его местоположение. При этом JetQR начинает работать с ямы, а Навка на Дельпане прыгает на информацию. Пошел уже за искру. Оп. Минус. Фредди Би просто уже сделал поджим. В итоге минус бомба. 46 секунд на таймере. Нужно спешить команде XCOM забрать эту бомбу. В итоге падает Навк. Ситуация 4 в 4. Стомп подставляется, но JetQR на размене. 3 в 3. 35 секунд, нужно забирать, бежать куда-либо. В коннекторе минус есть все-таки от Варвара. И в итоге точка все-таки еще остается под контролем у команды Existence Galaxy. Правда, Варвар, ну, хотя на сэндвиче... Нет, стоп, уходит под ковры вообще. Говорит, на ковры уходит. Как же далеко он лезет, а там план сейчас пойдет. И мне кажется, на коврах позицию явно не читают или под ними. Или прочекают, ну 100% прочекают. Нет? Дельком. Все равно, Варвара, забрали. В итоге 2-2, ботан красный остается. Как-то донести до дефолта, поставить удастся. Как же повезло сейчас, что никого нету на КТ. В итоге Пловский врывается, его забирают. Есть информация по JetQR, где он примерно находится. 42 против 26 хп. Кто кого перестреляет сейчас? Ну, JetQR более лучшая позиция. Перестрелка. Все-таки игрок команды XCOM оказывается сильнее. 4-1. Но с каким трудом XCOM дался этот раунд? Existence Galaxy вообще слишком хорошо чувствует карту. Фредди Би в прожиме. Бомбу нашел. За дефл забрал двоих противников. Жестко. Но в любом случае нужно больше раундов за атаку брать полякам сейчас. Желательно там больше 5, там 6, 7, 8. Одного это будет крайне мало в любом случае. Так, только начало игры. Хэшка на старт снова ожидает, скорее всего, аркаду команды XCOM. Но этой аркады нет. Только одна хаешка, и на этом все закончилось. Сжигать на подвал, но тоже тут только лишь сдержать время на атаку, потому что в итоге центр все равно не контролится, и подвал тоже. Так, контролят карту, и уже стяжка под А-точку от XCOM. Судя по всему, готовится раскид. Там на приемке Фредди Би на коврах сверху, и помогает ему Барбар с голов. Но опять же, после раскида будет ли Барбар врываться на стенку или нет, это большой вопрос. Так, Фредди Би под коврами. Ждет, ждет. Это выход, его сейчас засплитит с двух сторон. Фрифайр от противника не дождались. И в итоге Фредди Би живет. Он все еще живет. Толпа уже пришла. С головы Барбар есть минус. Дальше еще одна флешка в ответ. А следующий противник удастся ли похоронить прямо сейчас. Хаешка по Фредди Би. Но врывается Барбар снова с головы. Первый минус нашел. Второго отстрелить уже не удается. И последний стомп. 1 в 3. Выход. Навик. Навик. И он подставляется, он погибает. Знаешь, что я не понимаю в этом раунде у команды XCOM? Почему вы имеете гранаты, но их не используете? Если вы идете контактом под А-точку, так раскидайте эти гранаты на медле тогда. Ну да, хоть куда-то. Или на Б сделайте фейк. Что-нибудь, без разницы. Но выходите, когда у вас есть все гранаты. Возможно, вы хотели выйти, а после этого раскинуть. Но не факт, что вы выйдете. Ну, странное исполнение, но тем не менее. В итоге сейчас минус деньги XCOM, пистолеты, гранаты. Посмотрим, как они смогут их реализовать. А точка Б, судя по всему, собрались бежать. Хаешка полетела. 70% здоровья остается у того после хае. Вот так немножко остановилось. Но опять же, там большое количество флешек будет закидывать просто этими светошумовыми всю точку Б. Так, пошел выход на точку Б. Ботан полностью слепой. Это шанс для XCOM взять этот раунд. Минус опорник. Но Нав помогает с Пловским. Очень быстрая хелпа сейчас произошла. В итоге Аскариш с Мона попытаются хотя бы поставить бомбу сейчас. Но вряд ли дадут это сделать ребята из Existence Galaxy. Так, 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 подожди. Мона с 50 разруливает ситуацию. Да, и при этом Пловский 14 хп. И Фредди Би будет хелповать с Кичина. Нужен ли этот тавик был? Слушай, он сейчас первого... А сейчас спину бы мог найти. Фредди Би выходит в итоге в окно, но он не попадает, к сожалению, Моно. Хорошая очень попытка
вот польского игрока, но чуть-чуть не повезло сейчас. И Фредди Би с двумя энтри фрагами. Ну, при этом хорошее КД ратио имеет. 6 на 3. Ну да. Ну, он очень хорошо размасил, когда выходили с двух сторон. В итоге он понимал, что будут выходить с ковров. Когда он стоял на дефолте, он забрал его. После этого грамотные флешки откидывал. По сути, роль опорника от точки он выполняет очень бодро и хорошо. Ну, супер уверенно, я бы даже сказал. Посмотри, как раунд XCOM сработает с полным экономическим. Оп. Да что ж такое-то? Как же они читают эти раунды? XCOM вообще, так учётся, что Existence Galaxy не видит стен. Но при этом вообще нету гранаты XCOM, кому-то накинуть какую-то флешку, в итоге выходят просто на стрельбу, думаю, что смогут поставить бомбу, но Фредди Би с этим не согласен, вряд ли даст пройти до А-точки. Еще и смог второй. Постоим, подождем, когда дым развеется, пытаемся задавить Фредди Би, судя по всему. Но при этом вопрос еще, будет ли флешка для тиммейта сейчас голов. Или Фредди Би просто отойдет на более свою позицию. Стомп. А Стомп, куда ты смотришь? Вопрос тебе большой. Ты тиммейтов рассматриваешь? Что? Они в кафеле? Знаешь, там диваны есть, он решил почилить, посидеть. Он просто ползал и смотрел... Ой, ладно, я не буду. Что он там искал? В общем, разглядывал он кафель. Очень и очень странно это выглядело в любом случае. С бомбой такой ползает. 7-1. 7-1, XCOM. Ну, может быть, тактический перерыв был у них в апартаментах на диванах. Посмотрим, к чему это приведет, так или иначе, в этом раунде девайсном. Из раунда в раунд, кстати, Плопск пропрыгивает в зиг. Ну, второй раз я уж точно это замечаю, но при этом не выходит XCOM быстро, и Плопски не получается сделать эти минусы на старте, а после его уже здесь будут ожидать. Как? В итоге, после флешек... Грамотное открытие от игроков в XCOM, в итоге open фраг за ними, но счет уже 7-1. И сейчас, как никогда, нужно XCOM доигрывать данную ситуацию и в свою пользу, и выигрывать второй, как минимум, а дальше идти по серии. Так, Гуфи. Сейчас коннектор пробирается. Ага, не пробирается, просто будет контролировать коннектор. И, судя по всему, там останется на некоторое время. Хотя мы это формируют атаку под точкой Б. О, скорее швак не может тайминг словить. Удачно словил. Увидел. Барбар, по-моему, тоже, кстати, заметил. Да, Барбар. Пересечение есть, минуса нет. А два игрока в джангле. А что происходит вообще? Два игрока в джангле. Точка А пустая. Они сейчас сюда выйдут. По идее, могут ее удержать. Может быть, они это поняли, что Апланет не пустой. Так, Фредди Би, всего один фраг на ретейке. Ну, опять же, это выход под Б-плэт, и этого не ожидают Existence Galaxy сейчас. Да, в зиге находится только Шейн Ботон. Ботон вообще ушел с Б-точки, бомба начинает ставиться, Моно находит фраг по игроку Existence Galaxy. Ситуация 4-2, и, возможно, сразу же нужно отправляться на сейф, учитывая, что у Навка АВП на ретейк идти очень и очень сложно с данным девайсом. Так, а кто такой раунд разыгрывает? Два игрока в джангле идут защищать точку А, когда троица... В апартаментах? Вообще что? Это XCOM издеваются, называется. Это какая-то жесть вообще. Стомп. Еще и молота Барбару под ноги. Ну и перестрелять не будет. Ага, там дым, там будет дым. Там огонь, туда нельзя. Все. Убили Барбара, и второй раунд XCOM себе забирает. Ну то есть я, правда, не знаю. План был в том, чтобы выйти в спину и закрыть, но перестрелка с Барбаром ни к чему не привела, и они такие: так. Ладно, пойдем обратно. В итоге вдвоем решили пойти по точке А, по точке А, по точке А пустая. И в итоге те, думаю, что точка А захвачена. На самом деле там два игрока просто так ползают, перестреливают все, что видят. И давай стягиваться с Б. Да уж, в любом случае сейчас имеется 4 АУГа у команды Existence Galaxy. Одна снайперская винтовка. И это очень сильно бьет по деньгам. Мне вот интересно посмотреть, в случае того, если XCOM сейчас возьмут раунд, что у них будет по экономике. Но, тем не менее, Стомп сейчас подставляется, но Гуфи с Моно находит фраги. В итоге 5-2 уже ситуация. И сразу же отправляется Плопски с Ботаном на сейф. Но почему-то Ботан решил не идти со своим тиммейтом в Б-дом. И отправляется в окно, его сразу же находят. И Плопски один в Б-доме сейчас. Ну и что, Плопски будет ли выбит, интересно, в этом раунде. Просто, ну, XCOM уже по-хорошему должны этим заниматься, они в предыдущем раунде не брезговали ходить и вычислять Барбара, если не ошибаюсь, именно он остался последним, или Фредди Би. Кого-то из шведов. Ну, посмотрим в любом случае, что будет происходить. Так, Скариш запрыгивает, будет сейчас искать оппонент.
Да, открытие, все, есть информация. И забирают без проблем последнего игрока команды Existence Galaxy. 7-3, что по деньгам? А по деньгам проблемы у Existence Galaxy. Выход на четвертый для XCOM должен быть прямо сейчас, по идее. Но опять же, отдали очень много раундов на самом старте карты. То есть здесь выходить на восьмерку, ну, идеально, вариант на семерку тоже неплохо, а вот меньше уже чревато, ну, 6, может быть. В принципе, нормально, можно так сказать. А давай так дальше, 5 более-менее, 4 сойдет, 5 не минимум, очень. Или более-менее, 4 маловато, 3... 3 это 3. 2 ни в какие ворота, и 1, ну что вы издеваетесь. Да-да-да. Ну, уже такого не будет, конечно, результат. Максимум, минимум, вернее, 3 раунда уже XCOM взяли. Посмотри, что происходит на карте. Поджим от Existence Galaxy Midla, и при этом готовятся выходить XCOM на точку А. И сейчас может подставиться Моно. Моно не ожидает такого поворота событий. Выходят там 4 человека, но при этом есть информация у поляков. В любом случае поставят бомбу. Гуфи сразу же молотов коннектор откидывает. И смог на голову так и не положить. Нужно засейвить Барбару. Сейчас АК-47 на следующий раунд. Спасти рядового Барбара. Нужно его засейвить вместе с этим АК. Хотя, судя по передвижениям, тут, кстати, хочет с тиммейтами бороться, что ли, за этот раунд. Ну? Нет, все, ушел. Кому-кому, а Барбару точно нужно уходить. Остальные могут найти какие-то фраги и, возможно, забрать какой-то девайс для того, чтобы у них был в следующем раунде он. Ну, пока что не особо агрессивно отыгрывают игроки команды Existence Galaxy. Падает ботан. Фредди Би также находится в джангле, должен сейчас погибать, по идее. Ой, а вот Гуфи сейчас может погибнуть, если не успеет убежать. О, повезло, 5 хп в итоге ему, но тем не менее. Четвертый раунд уходит за командой XCOM, всего одного они потеряли. И заставлена АК-47 для Барбара. Очень-очень близко это было, чтобы отдать раунд. В итоге за защиту 1 АК и 4 АУГа. Интересный сетап. Авика нет, тут обидно очень. Что АП очень часто решает на мираже. Очень много позиций, где ты сможешь найти себе какой-то фраг. Так. Все по дефолту у Existence Galaxy в этом раунде. При этом также ничего интересного нам XCOM пока не показывают. Контролят карту. Два middle. Возможно, Гуфи сейчас будет заходить смог, но нет. А там поджим подвала был, и как раз погибает ботен. Хорошее начало для XCOM в этом раунде. Наказывают шведов за излишнюю агрессию. Когда-то просочился в спины, по-моему, Фредди Би. И сейчас уже не допускает подобных мобов. Так, Гуфи 100% слышал, как Навк сейчас запрыгнул на Б-дом. И должен под это все дело позвать тиммейта и как-то в размен сыграть на... Ну, тут тоже из-под зиги вытягивать, центр вы отдаете. Как-то не очень идея. Но если молотов прилетит от Гуфи потом, когда он откроется, то можно разыграть эту ситуацию в свою пользу. Все, вопрос только в том, как Гуфи, ну, вообще разговаривает сейчас с тимспике, и будет ли он говорить своему тиммейту, что вот в упоре может быть находиться, а Гуфи просто решает спрыгнуть в окно. Ты же слышал, как он запрыгнул. Да, это проблема постоянно присутствует у многих команд на самом деле. Навк, кстати, на машине все еще живет, противник пытается хоть как-то выйти под точку Б, но походу смерть. Настигает, при этом размен есть, и он причем в пользу XCOM. Ситуация 3 в 2. Времени 20 секунд на таймере. Бомба находится сейчас в подвале. Судя по всему, это будет выход под апленд. А там Фредди Би смотрит только от точку. А Скариши входит в спину. Будет ли минус? Есть минус по Фредди Би. Последний как раз опорник по точке Пловский. И в итоге раунд опять должны прийти забирать. Да, Оскариши перестрелять можно, в теории. Но не уверен, что получится. Хотя там АУК стоит, он статично. Так, Лобский заходит в окно. Но опять же, одна флешка, нет китов. В любом случае, ему нужно сейвить на следующий раунд. Тут шансов вообще крайне мало. Так, все, Лобский разворачивается. Слушай, из раунда в раунд один и тот же сценарий. Кто-то что-то сейвит у команды Existence Galaxy. Что АК, что АУК. И ну, на сюда. Самом деле, вот в одном раунде у Навка был шанс засейвить снайперскую винтовку, но при этом он решил дальше стреляться в зиге, когда был выход на Б-точку. И в любом случае он теряет шанс в следующем раунде реализовать свое АВП. И это ошибка тоже многих игроков, когда есть возможность, но они ее теряют просто потому, что хотят сделать какой-то лишний фраг, а после этого уже уйти на сейв.
Ну и что теперь? Existence Galaxy. 7 забрали, а что дальше? Дальше пока что не идет совершенно. И причем играть через один ауп придется сейчас с пистолетами. Если Пловский решит сыграть агрессивно, то есть неплохие шансы. Он в очередной раз спрыгивает с окна. До этого он прыгал с Зик, в этот раз решил сыграть с коннектора. При этом Rush точки Б, там один бот находится сейчас с диглом. Попадет ли по Аскаришу перестрелка, но у того остается один хп. Вот он дигл. Два попадания, противник один хп. Остается Пловский уничтожает, аук минус и все. На этом раунд практически закончится для Existence Galaxy. И выход на шестой для поляков. А так можно и на седьмой, и на восьмой. А это уже неплохо в любом случае. Даже если не возьму больше ни одного, шестерка за атаку неплохой результат. Учитывая, что это пик Existence Galaxy. Оп. Опять сейф. Слушай, на самом деле забавно так наблюдать время от времени. Это дисциплина команды Existence Galaxy. Это здравое решение. Ну, вообще, да, но... Просто раунды не идут, они сейвят девайсы и могут вроде бы хорошо... Кстати, может быть, сейчас АВП ну, хорошо, появится. Ты хочешь предложить им, чтобы они 3-5 шли на ретейк? Не-не. Вот Фредди просто... пытается найти фраг, он их находит, даже два. Подожди. Что такое? По-моему, киллфит просто прогрузился. Ну, бывает такое. Ты вот на этом меньше внимания обращай, на эти моменты. Что ты начинаешь сразу же? Нормально же общались. Так, 7-6, 14 раунд пошел. Полетел. 2 АВП. Целых 2 закупили в этом раунде. Может быть, тот Огнис не зарешал, и все-таки хватило кому-то денег на лишнее. В любом случае, XCOM сейчас набирает обороты. Да. Видно, как они за атаку придумывают новые вещи, которые работают против шведов. Так, занятие. Барбар сейчас. Он не видит или видит? Нет, нет, никого, к сожалению, он не видит. Прилетает флешка, заход в этот смок, и Барбар сейчас может найти три спины команды XCOM. Они заходят все в джангл, какой провал, просто зажимает души. Но только один фраг смог сделать, в итоге заход на А-точку. И все, А-точка пустая, правда, есть еще Фредди Пи в яме, который, может быть, не читается. Но должны подозревать XCOM, они же не выходили через яму, они выходили через ковры, противник может быть в спине. Так, Нафк находит фраг по Аскаришу, там еще Фредди Би работает с ямой, но этот раунд будет крайне тяжело взять полякам. Фредди Би... Моно находит два фрага. А бомба дефолте. QR. И последний у нас находится в коннекторе. Да. Легкий диффуз для Фредди Би. И это восьмой для Existence Galaxy. Ну, уже неплохо. Хотя бы не вышли проигравшими с первой половины. Ну, тут, конечно, такой урожай можно было собрать. Но, опять же, как заходили XCOM, каждый из них, наверное, посмотрел за спину. И стояли еще и ждали, смотри, втроем. Ну, не может же быть все так просто. Дым-то был, а где игрок? Ну, в любом случае, задумка неплохая. Но Барбар мог забирать там троих в спину. Забрал в итоге одного. XCOM ХЕ под ноги. И в итоге... Ну, не попал по сопернику, сразу же уходит с ямы. За бомбы, судя по всему, на спауне. В коврах, кстати, стоит и ждет аркаду уже от QR, но аркады, я так понимаю, в ковры-то и нет. Сейчас хорошим решением для XCOM был бы выход на точку Б, учитывая тот факт, что боты на MP9, но об этом они пока не знают, скорее всего, поэтому будут действовать, судя по своей интуиции, я думаю, что у них происходит на карте. Зашел в коннектор, в смог и получает ХЕ. Гуфи его простреливает сейчас, Барбар! Как же жестко было! Так, Моно также готовится выходить с ямы. А бомба лежит. За бомбой кто пойдет? У ребят из XCOM. Оу, это было жестко. Это было... Ну, бомбу. 57 секунд. Нужно кому-то забирать, возвращаться либо на нано, либо на Б-плент. Кому она не нужна? Смотри, на карту Трейн они без нее обходились. Правда, все время находился игрок, которого все-таки нужно было отправлять за ней. Так, судя по всему, будет выход как раз под А-точку. Там один находится у нас Навк со снайперской винтовкой. Смок есть у Моно. Кинет ли он на КТ? Это большой вопрос сейчас. Там два игрока на КТ. Либо под флешку просто законтролит снайпер команды XCOM. Смок. Смок летит прилетает. Глубокий в джангл. Бот он в отличной позиции под коврами. Но, в принципе, есть молотов у Джет Кьюэра как раз под ковры. Прилетит ли он... Есть молотов под ковры. Открытие от Барбара. Но тут Навк помогает своему тиммейту. Также подключается Барбар. Ситуация 1 в 3. Оскариш. Нет. К сожалению, 9-6. Неплохая первая половина. Что для одной, что для второй команды. Но XCOM все-таки смогли выплыть из текущего положения дел. То есть там был счет, по-моему, 7-0 или 7-1. Что-то в этом духе. И потом уже начали брать раунд за раунд. XCOM
Да, 7-1 был счет. И они раунд за раунд все-таки смогли выйти на шестерку. В принципе, за атаку, ну, неплохо для пик противника, с учетом того, что вы, Мираж, не так часто-то играете относительно команды Existence Galaxy. Но что будет во второй половине, друзья, узнаем совсем скоро. Пока что немножко рекламы. Loopbet. Made for live betting. Ну что, совсем чуть-чуть остается, по сути, Existence Galaxy для победы на этом Мираже. Всего лишь 7 раундов, в отличие от их соперника, которые нужно взять целых 9-10. На секундочку. Математика вот Алексея. Но это всегда бывает, просто не понимаешь. Те, кто сидят на этом месте, они все время очень сильно и долго думают насчет математических вычислений. Здесь обычно толп просто сидит, вот поэтому имейте в виду. Ну, мы поняли тебя, да, вообще. Вот, счет 9-6 по окончании первой половины в пользу команды Existence Galaxy на их же пике, на карте Mirage. И сейчас, возможно, решается, ну, не то чтобы судьба XCOM, но, по крайней мере, их ближайшее будущее на второй половине. Ну, посмотрим. Многое зависит от пистолетки. Если XCOM смогут ее забрать, то, в принципе, они могут хорошо начать. И Барбар берет, опять же, смок и флешку. Скорее всего, он... Учитывая тот факт, что он берет постоянно гранаты, скорее всего, он капитан команды Existence Galaxy. Ты знаешь информацию об этом или вообще не имеешь понятия? Ну, в общем, я так и думал. Значит, не имеешь понятия. Так, бомба вот при этом лежит, а Existence Galaxy решили растянуться по карте. Минута 30. Буду ждать какого-то поджима. Но, опять же, XCOM играют крайне пассивно. Только сделали упор тройкой по точке Б. Но бомба как раз отправляется именно туда. Так, на пропрыжке, так понимаю. Ускоришь, работает тиммейт, а нет, наоборот, ускоришь на балконе, тиммейт краски пропрыжками. Чекает апартаменты, ну, в целом, вообще, процентов, наверное, 70 раундов разыгрывается все время под точку Б через апартаменты, и это не станет сюрпризом никоим образом для команды XCOM. Так, перестрелка. А слушай, нет, бомба через подвал стягивается на мидл, через коннектор будет уходить. Это хорошее решение. Вот шведов сейчас, но опять же есть JetQR, который может изменить полностью ситуацию. Падает Фредди Би, Навка подсадили в окно, но там как раз Томп находится, контролит все это дело. В итоге получает Навку по голове, проходит на точку А. Бомба должна ставиться, после этого должен быть ретей грамотный от XCOM. Ой-ой, Оскарша забрали. 4 в 4 ситуация уже. Existence Galaxy зафиксировались на точке А, и вот проблема. Хотя, с другой стороны, 4 КТ убиванием может быть весьма-весьма быть перспективным. Бомба стоит как раз на коннектор, и там в зиге находится сейчас ботен. Попробовали сейчас раздефузить, но сразу же не дают этого сделать. Перестрелка в итоге. Размен 3 в 3, при этом Плопски и Нав красные. Ай, никак не раздефузить этот плен, он подо все установлен просто. Два джангл, один коннектор и один яма. И никого не смогли выбить. 10-6 на ваших экранах, и это шанс у Existence Galaxy вообще попытаться взять эту карту, и уже на третьей все должно решаться, как ты считаешь? Считаю, что да, так будет справедливо. Да? Да. Это хорошо. Флешка есть у JetQR, под которую можно сыграть сейчас, судя по всему, будет окно плюс Зиг. При этом Барбар играет быстро под коннектором. Выход, и Навк забирает двоих, но Стомп все-таки один фраг смог оформить для своей команды. Ну что, JetQR пытается продамажить. А, там два в окне, один уже спрыгнул, и, скорее всего, он погибнет очень-очень скоро. Да, давай ну, даже если доберется, то не сможет его засейвить, потому что его уже забирать. 11 раунд. Так, команда Existence Galaxy потеряли на двоих, но я думаю, не шибко большая потеря для атаки. Хотя Блобский денег не так-то и много, кстати говоря. Так, 4 ауга уже я вижу. И Стомп долго думал, покупать ли снайперскую винтовку. И сейчас будет отыгрывать без армора с одним смоком. А как он будет ее реализовывать, сейчас мы посмотрим. Если ему интересно. Пока что я вижу, что он стал на Дельпане и контролит просто яму. Крайне пассивная позиция, но тут еще JetQR будет ему помогать. Ну, JetQR еще коннекта, приходится посмотреть, выход через ям. Пошел уже минус один, а Стомп есть без армора, справляется с авиком. JetQR также еще подкрепляет раунд одним минусом. Моно, выход с джангла, Барбар в упоре, но у него 10-й маг. Как он перестреляет, то вообще толк, непонятно.
Ну, Моно догадывается, что кто-то есть в коннекторе. Все, граната полетела. 100% информация есть у XCOM в этом раунде по Барбару так точно. Перестрелка Барбар падает. Плопский выходит с ямы, забирает Жесткьера. Аскариш минус один. И также падает Плопский. 11-7. И неплохая такая защита сейчас была. Но опять же, Exists Galaxy рискнули. Решили сыграть на ранних таймингах с выходом с ямы. При этом в смог. И к этому были готовы поляки. Да, но... Что по итогу 1-7, разница раундов 4. И посмотри на Хайсаку, команда Exists Galaxy. Боттон с диглом, Фредди Би с диглом, 10-й маг Плопский и только лишь 2К. Сразу же с бомбой решили пойти под бэтбот. Нет, отмена. Отмена сразу же. Нет. Там капитан говорит, что вы делаете, куда вы идете. И возвращается на контроль карты. Центр будет контролировать Плопский. Яму, поджим, ковры, апартаменты. Все вроде под контролем команды Exists Galaxy в целом. Но бомба идет под даплент, и здесь, конечно, при контакте джеткерол. Все, ты пошел. Мне нравится, когда играют под ямой на контактный смог. То есть не просто его откидывают в начале раунда, как часто это делают игроки. Подходят под искру, кидают этот смог на ранних таймингах, он проходит 15 секунд, и все. А вот JetQR кидает его только тогда, когда кого-то увидел в яме. Ну, тут тоже... И это выигрывает тайминг большой для его команды. Нужно угадывать, что противник не вылетит сейчас на плюс В через эту яму. И... Ну да, но все равно ты чем-то рискуешь. В данном случае риск оправдан. Угу. Так, JetQR ждет. Появление персона какой-то возле этого смока. Правда, кстати, позиция... Ой, его услышали, наверное. Из ямы-то. Он топнул. Он перестраивается сразу в другое место. Зажигает, наплетел в яму. Ой, выходи через нее. Будет сейчас атака. Как же ж неприятно. Так, JetQR получил дамаг. Бомба упала. Есть информация у команды XCOM. Падает также Барбар. Отличная приемка на точке А. Но Навк попытается исправить эту ситуацию. Один фраг уже есть. Будет ли еще? Стомп. Супер нагло играет. Супер нагло играет Стомп. Ну, 1 в 4, 14 секунд, это раунд в любом случае уйдет за поляками, как бы там ни было. А, и патронов бы побольше, и он бы забрал. Ты уверен? Нет. Ну, ладно. Проблемы по деньгам у шведов сейчас, и выход, по идее, должен быть на 9 для шведов. Оказалось бы, знаешь, выбивание двух девайсов не должно было зарешать во втором раунде, а в итоге зарешало. То есть... Заку с пистолетом, 10 маком, и в итоге не получилось. КФЦ все равно 2.05 на ультбете на XCOM сейчас. Хотя те уже начинают наступать на пятки. Так, флешка мидл, JetQR очень нагло отыгрывает, пушит мидл. Еще и ХАЕ сверху, сочная полетела, дэмэдж по соперникам. Тиммейт вроде как прикрывает, еще 25,9 хп у двоих осталось, в итоге забирает красного. Тут Плопский, перестрелка, и где размен-то? JetQR, 15 хп уходит красный. Нет, все-таки... Дальше будет ждать. Ну, приходит выхода. Гуфи. Гуфи приходит уже на помощь. Там, справляться там, с остатками. Там у бота, бота на 25 хп, поэтому могли его еще так же забрать, но тот не открывается. Так, Оскариш. Отстрелы есть. А противника там нет. И что, возвращаясь на центр Exists Galaxy, провели легкое совещание до спауни, говорят, ай, ладно, пойдем все-таки на мидл. Сходим, прогуляемся на этом эко-раунде. Так, Стом промахивается в простейшей ситуации. Важно. Второй раз. Почему погибает? Что ж вообще происходит? Там хп, зиги, все хорошо. Стом забирает последнего. 11-9. Разница в 2 раунда пока что. И она стремительно сокращается. При этом у Барбара появляется скаут. Точнее, он его просто случайно купил. Покажите это респаун мне вот чисто ради интереса. Он реально лежит просто. А Барбар без армора зато теперь... Ну ладно. Ну вот так вот. Не показали, к сожалению. Все. Обиделся на остав. Я буду писать жалобу. Не прислушаться к мнению комментатора. Да. Так, ну что, раунд 21. Смотрим, наблюдаем. Пока что снова Exists Galaxy неким дефолты будут разыгрывать раунд, контроль апартаментов, ковров, ямы. Центр только вот вроде как собирается купировать сейчас на самом старте. С другой стороны, XCOM-то не шибко хотят за центр бороться. То есть отдали на произвол судьбы эту часть карты. Так, занятие мидла, при этом без гранат. Смока в окно не откидывали Exists Galaxy, но сейчас в любом случае Плопский кидает смок в коннектор, и сразу же после этого прилетает еще один. При этом минута времени для того, чтобы что-то интересное придумать. Вижу буст в окно.
Вопрос, он будет ли реализован сразу же или нет. Плопский под Смоком. Ну, он должен догадываться, по идее. Вот интересный момент, кто кого раньше заметит, потому что... Да ладно, в окне там же контакт был. Гиммона делает опенфраг и сразу же еще два влетает. По итогу ситуация 3 в 2, 43 секунды. Есть еще на Дельпене у нас Том. И вопрос только в том, промахнется он или нет. Ну, нет. Отличный хедшот по Барбару. В итоге Боттен будет разбираться сам в этом раунде. Нужно ему еще забрать бомбу. Минус по снайперу есть. Так а там два игрока в зигзаге с аугами сидят. А и что? Для Боттена это не проблема. Судя по всему. Пока что. Ну, за искрой поставил, кстати, инфа по второму была Ли. Так, всему, да. Аскариш ставит бомбу. Есть флешка. Все, заметили друг друга. И тут более выигрышная ситуация для Боттена в этом раунде. Должен забирать 12. Ну, трипл килл уже сделал. Остается сделать еще один минус. Очень сильно топает Аскариш. Заметили его. Прочекать ли сэндвич? Вопрос. Мне кажется, должен нет. Должен чекать. Всегда в итоге чекал. Боттен забирает этот раунд. Отличная работа от этого игрока. 12-9. И статистики немножко. Так, полагаю, по фрагам 14 на 3. Статистика игры на ВП. Да. То есть тут... Несмотря на то, что XCOM проигрывают и счет 12-9. Ну, Стом хорошо реализовывается сейчас на этой карте. Но, опять же, я видел... Навка 24 килла, он просто с АВП иногда не отыгрывал. Поэтому все довольно хорошо складывается для шитов в любом случае. Даже если они не имеют фрагов с АВП. Быстро проходит через коннектор, посмотри, Мона в упоре. По идее, должны припасть сюда, давай, выбивай первый, дальше размен сразу же от атаки есть, а как законтролить-то? А тут ЦЗ, был бы хороший девайс, сейчас у Джеткером смог забрать одного, но тут отличное открытие. Бомба! 23-3, Пловский принес бомбу в джангл! Сейчас XCOM игроки говорят ему, большое тебе спасибо, что ты есть. Ну слушай, дым имеет свойство развеиваться, поэтому, ой, ногу, все увидел. Спалил, заметил, забрал. Какой провал? Как можно занести бомбу в смог в джангл? Зачем надо было туда лезть в смог вообще? Хоть ну, с бомбой, знаешь, хоть без. Такой момент есть. Иногда игроки просто не видят, что они взяли бомбу в начале раунда, и по итогу потом, когда их убили, они уже говорят, ой, сорян, мой косяк и прочее. Была такая у меня ситуация, со мной перестали играть из-за этого. Детские обиды Алексея, не обращайте внимания. Это было пару месяцев назад. Леха, сделал выводы, пошел дальше. Доказал, что ты лучше. Все. Барбар, 1 в 3 в итоге остается, 30 секунд на таймере. Триггер. Триггер, да, но он не помогает, к сожалению, Барбару. Знал. Знал, что на КТС есть. Стоп, кстати, свои позиции с снайперской винтовкой вообще не меняет. Он на тикетбоксе просто въелся туда, кассиром начал работать. Смотри, сейчас у команды Existence Galaxy конкретно, сейчас по 1500 у двоих. И тут большой вопрос, будут ли они делать экономический. Если они делают форс и проигрывают его, то это должен быть выход на 12-й для XCOM, временная ничья, и там уже решаться. Но это вполне логично. Мне просто интересная стратегия с Galaxy на ближайшее будущее, как они будут разыгрывать, что с пистолетами... Ну ладно, с пистолетами они, скорее всего, возможно, в сливной раунд небольшой сыграют, пытаются убить девайс и поставить бомбу. Но перспективы, конечно, такие себе. А вот дальше уже на девайсах, что они будут разыгрывать, это большой вопрос. Возможно, сейчас обсуждают, почему у нас игрок джангл полез с бомбой. Mm-hmm. Вот, но навряд ли. Потому что если кроме шуток, то действительно Existence Galaxy нужна сейчас вот железная стратегия, чтобы противника не выпустить на 12 раунд, чтобы не выходить на паритет по счету и, соответственно, забрать себе 13, сломать экономику сопернику и как-то попытаться уже забрать если мираж. Если Existence Galaxy делают такие ошибки, то тут XCOM должны закрывать. Это форс. На этой карте. И, судя по всему, готовится раскид под точку Б. АК-47 у Навка, без гранат. Ну, пытается закерить свою команду. Ну да, 4 пистолета, не дефолтных, плюс раскид. Хае полетело. Вау. Очень жестко. Потом игрока минус пол хп, попытка выхода под бас Б, все флешки уже вроде как опорники доджат, как же они горят-то все сочно. И в итоге с Форестом только лишь один минус. Бомба валяется рядом с буфе. Упала под зигом, но ее легко забрать сейчас, пока лежат смоки на зиге. Тем не менее, Фредди Би красный, 15 хп. И нужно справляться строго на стрельбу, поскольку гранату Existence Galaxy попросту нет. Так, а выходить с Форста, я так понимаю, вообще не собирается в РДБ, ему незачем. Зигзага тогда должен действовать Гуфи, потому что это ключевое звено, которое может найти хоть кого-то и заставить двигаться в пленту.
Так, Гуфи из Диги работает, забирает Фредди Би. Отличное начало, Навк отвечает. Кстати, заметил соперника, но добить последнего, уже, думаю, не проблема, конечно. Команде будет, как же это было близко. Они выбили три девайса и поставили бомбу. Да, это, конечно, все плюс огромный, но раунд проиграли так или иначе. А вот теперь вопрос, будут ли закупаться еще раз? Да, сейчас посмотрим, что по деньгам после дефуза у команды Existence Galaxy. Вижу 2700, 3000. Бая через... в любом случае не будет. Максимум пистолеты какие-то с гранатами. Через 2К только разве. Вот если было бы у кого-то еще 3700, можно было попытаться схитрить и сыграть через 3К. Но нет. Так, только пистолет с гранатами. Ну и опять же, та самая, тот самый предмет по счету, о котором шла речь. Даже пока, ага, вижу, все, все хорошо. Без арморов, пистолеты. Ну, например, Ботен играет вообще с глоком. Ну что, смог на старт, так понимаю, готовит Барбар или стоит позиция. Допустим, ранее это откидывать не будет. Нет, все, полетел сейчас смог. На верхний мидл. Два подвала отыгрывают сейчас, возможно, будет какой-то буст в окно, но готовы к этому обычно XCOM, поэтому не удивишь их этим бустом. Смог в окно полетел, и смог в коннектор также готовиться. Но опять же, эти безарморные игроки Existence Galaxy вообще слишком уж легко забираются. Так. Сложно что-то будет реализовать. Тем более, с учетом того, что и окно контролируется с КТ, пройти куда-то не удастся плопски незамеченным. Знаешь, интересный факт в том плане, что Existence Galaxy в прошлой игре на первой карте делали камбэк, сейчас это делают XCOM с защитой. Но тем не менее, XCOM все-таки дотащили карты. Ой-ой. Тут какие-то опасные размены на мид-центре. Правда, позиция же QR слишком хороша. Минус первый есть, так это еще есть тиммейт. И это стомп с АВП, кто бы мог подумать. Но ну последний. На последний диплом. Бомба упала на следующий. Один фраг есть по стомпу, очень жесткий. Но тут Гуфи выходит и забирает в ухо своего оппонента. Временно ничья на ваших экранах. Стомп. Он получает 40 свой авик, и вот этот счет 12-12, к которому мы и шли. Вообще непонятно, как патрон-то залетел, потому что, на мой взгляд, куда-то вообще в корпус стрелял, еще и на ноге бежал. И коэффициенты на ваших экранах. Не забывайте заходить на сайт Footbet, делать ставки. Можно пополнять биткоинами, скинами, чем угодно. Заходите и выигрывайте. И еще и наук, смотри, как подгорел в яме. Хотел дать Энри, в итоге чуть ли сам не погиб. Это да. Ой-ой. Просед по хп какие-то лютейшие с одной и с другой стороны пошли. Сейчас очень важный раунд для обеих команд. Ешь, Барбар также нет. Красный, 4 хп уходит. Увернулся все-таки. Повезло. Но опять же, атака потеряла очень много хп буквально за 15 секунд с начала раунда. Да, и посмотри, что по гранатам осталось у Existence Galaxy. А молотов, флеш, две флешки и молотов. Все, больше ничего. При этом отличное открытие от Мона. Сразу же смог под себя откидывает. После этого нужно грамотно уйти. Есть информация уже у поляков по Фредди Би, который находится в коврах. И понимаю, что есть кто-то в медле. А Мона остался, откинул дым, чтобы сделать вид, что он ушел, а он все еще там сидит. Да, и он при этом откинул ванвей смог. Два минуса от XCOM, ситуация 2 в 4. При этом Навк со снайперской винтовкой красный. Попытка пройти через зиг под базу Б все-таки. Окончательный вектор атаки. Есть шанс, кстати говоря, туда зайти, хотя бы как минимум бомбу поставить. Не факт, что ретейк выдержат. А вот дойти до сайта, установить бомбу, было бы уже неплохо. Так. Хотя, вот, скорее всего, туда уже вышел с мейна. А Навк на проходящих смотрит, очень грамотно делает, забирает Аскариша. Но теперь есть информация, просто так не позволят сделать фраг. Моно услышал, или слышит даже двоих сейчас. Проходящих план 25 секунд, минус бомба, и Нав красный при этом забирает того самого игрока. Ситуация 1-2. Но бомба ставит как минимум, правда, вот очень близко уже находится Гуфи со спины. Может выйти забрать Навка. Навк контроль кухни есть, батит очень много на себя внимания. Как раз таки JetQR, а должен действовать Гуфи. И не понимает Навк, где находится соперник. Оп, одного увидел. Со спины открыть должно быть. Первого забрал, второго спины не читает абсолютно. Ай-яй-яй-яй, нет, все. Не получилось этот раунд. Навк выжил максимум. Да. С 15 хп он сделал все возможное, при этом он поставил бомбу. Поэтому тут вопросы ему все отпадают. Трипл килл от него. 29 на 17 он идет. И тут нужно подключаться другим игрокам команды Existence Galaxy. Ботана нет, Лобски нет. Вообще выпадают сильно. Хотя, казалось бы, знаешь... 20, ну, 30 фрагов, то есть сколько у нас было на овертайме? Там 42, по-моему, максимум. Набивали на 48 раундах. То есть,
энергия игроков заканчивается овертаймом, и они, в принципе, где-то доходят до своего счета определенно, а потом уже останавливаются. Сейчас может случиться то же самое с Науком, и просто ни одного раунда Тиссенс Galaxy, возможно, не возьмут после этого. Так, Ботан просто решили поконтролить карту, ничего особенного, а Скариш Саугом смотрит ДБ Плент. И тут, на самом деле, очень хорошая позиция на информацию у него, поскольку не самые лучшие девайсы сейчас у Existence Galaxy. Если был Авик, то опасно бы стоял польский игрок сейчас на этой машине на веб-пленте. Так, Гуфи ждет. Проходит через коннектор, но аркада зигзаг, пошла флешка неплохая. Гуфи с Аугом есть приемка, но минуса нет. Пытался как мог, не получилось. Дальше уже с Аугом тиммейт будет включаться. Только тиммейт неплохая, заслепила одного игрока из двух. А то, что не был в бланде, как раз-таки минусы сделал. Сейчас только на моно, можно сказать, шанс, но при этом он не сыграл агрессивно, поэтому можно отправляться на сейв сейчас. И выход на 13 для Existence Galaxy. И в случае того, если XCOM в следующем раунде возьмут раунд, могут быть проблемы большие по экономике так опять. Тут тонкая грань, видишь, тут и Existence Galaxy, если выбьют всех игроков команды XCOM, то они выйдут... Да, и у Скариша $300 сейчас, поэтому тут... Потому что второй команде нужны деньги очень сильно. То есть сейчас они забирают 13, если они выиграют еще и следующий раунд, выигрывают 14, то там уже XCOM придется, скорее всего, отдавать противнику матпоинт. И снова пытаться бороться за овертаймы. И на овертаймах. Тем не менее, интересная у нас игра на второй карте. Борьба. За этим в любом случае интересно наблюдать, нежели когда счет там 13-2, например, или 14-1. Но, с другой стороны, такие счета обычно образовываются, когда супердинамичные игры, и команды не стоят по 30 секунд, они полторы минуты не халдят. Потому что, когда уже, знаешь, почувствовал свою игру, и начинаешь дальше давить, лететь, но уверенности и раунды очень быстро берутся. Знаешь, это тоже тонкая грань, иногда мы критикуем команду не по 30 секунд, иногда мы говорим, а почему вы не ждете этот поджим, это же так очевидно, знаешь. И тут реально можно придраться также к комментаторам, которые так говорят, и... По сути, команда играет на свой максимум, отыгрывая дефолт и используя время на максимум. Поэтому тут смотря с какой стороны посмотреть. Ну ладно, раунд ключевой, 27-й. 13-13 счет. И выжидает пока что какого-то контакта, что Existence Galaxy на центре. И под в основном Б-плантом, судя по всему, ждут аркады в апартаментах. Именно туда и будут выходить. Тут Стомпа очень хорошая позиция со снайперской винтовкой. Если ему не прилетит смог как раз в окно, то он может сделать важные киллы. И там еще на халпе у него есть Аскариш, но у него Юмп не самый лучший девайс для того, чтобы принимать эту точку с дальней дистанции. Ну ладно, все зависит от Стомпа. Вот будем объективно сейчас посмотреть, что выйдет. Стомп промахивается. Очень важно должен был быть фраг, и в итоге все. Он, скажешь, без фрага, там можно разворачивать, скорее всего, уже. Теперь точно. Бежать. Ну просто какой смысл уже? Кухню законтролили, снайпера убили, тиммейта в зигзаге тоже. Вас трое против четверых. И вы все равно пытаетесь даже сейчас 2 в 4 идти на этот ретейк. А денег-то нет у вас. Большие проблемы по деньгам у XCOM в следующем раунде. JetQuero нужно засейвить свой ух хотя бы для того, чтобы хоть какой-то шанс был в следующем взять раунд. Ну, я правда... Ну, то есть, решение такое, знаешь, должно приниматься молниеносно. То есть, может быть, тишина в этот момент в TeamSpeak это была, но я сомневаюсь. Потому что самый идеальный вариант... Оп, а вот это уже два минуса, неплохо. В любом случае, засейвит аук на следующий раунд. Один плюс из многих. Может, сейчас паузу поставят к XCOM? Ну, возможно, у них есть что обсудить сейчас. Но паузы мы не видим. При этом у Стомпа есть 4000, он может позволить себе, например, ауксов с армором, и он берет его. Это форс. Да, еще один аук дропается, и вот так 3 ауга и 2 пистолета. Интересное решение сейчас от поляков. Проиграть, правда, раунд. Или сделать ничью и сделать минус экономику Existence Galaxy. Ну да. Или так. Одно из двух, в принципе, должно произойти так или иначе по истечению времени на таймере. Но только, видимо, JetQuero своей задачей уже не справился. Хотя, знаешь, на... Ой, может, размен все-таки от Стомпа будет? Оп, должен быть размен. Барбар в итоге погибает. А будет ли размен от Фредди Би, который находится в коврах, смог... В итоге какой-то непонятный прилетел сейчас от шведа. Такой вялый упал.
Это да. Ну, открытие есть. Фредди Би получает небольшое пробитие в коврах. Все стягиваются под точку А, ты посмотри, а выход-то будет под Б. Ключевая позиция как раз таки в Гуфи, но именно у него пистолет в этом раунде под точкой Б. Он там в соло сидит. И... максимально жить. Моно уже идет на ходу. Но минус по стомпу. Теперь уже можно делать выход на точку А. Растягивают как хотят вообще Existence Galaxy своего противника. Туда перетянулись, обратно. Полупозицию. Тут находится 2,5 игрока на КТ. И ну, защитить точку А не получается. И как бы, в принципе, тоже точка... Под флешку играл Фредди Би, но тем не менее Аскариш делает фраг. Ситуация 3 в 3. Есть гранаты на ретейк. 3 смока и 2 флешки на команду у поляков. Посмотрим, как они их реализуют. Молотов на дельфом полетел. И за счет этого они смогут выйти с КТ сейчас игроки команды XCOM. Опять помнишь ту ситуацию? Коннектор, джангл и яма. Они проиграли этот пистолетный раунд такой. Смок полетел в яму. Флешка на занятие, на выход. Будут ли чекать? Оу, какой хедшот от Моно. При этом сразу же 2 минуса от команды Existence Galaxy. В смоке пытается разминировать. Будет ли да это ладно? Разминирование? И он берет этот раунд. Как они их АЕ закинули, нашивали с двух стволов, и не получилось все равно. И вот он, статистика по гранатам. Самое главное, когда ее закинули в игрока, чтобы бомба диффузил. Покажите, что по деньгам. Мне очень интересно это посмотреть. Но видим, что Existence Galaxy закупаются. Ну, у них-то, скорее всего, все должно быть в порядке. Вот XCOM очень много всего потеряли. То есть, опять же, 5 игроков погибло, но даже сейчас экономическая ситуация вроде бы... Нет, не лучше. Предыдущий раунд, ладно. Просто там сейчас у них 3500 на руках, а в предыдущем раунде хотя бы было 3 ауга гарантированно с армором и гранатами и 2 пистолета с армором и гранатами. Так я вот, да? Знаешь, никогда не задумывался, а если вот в таких случаях, когда умирает 5 человек, при этом делать экономический, даже если ты выиграл раунд, это вообще целесообразно? Мне кажется, можно сыграть какой-нибудь пистолетный, да-да-да, то есть... Как играли когда-то LDLC с Existence в команде. Mm-hmm. Вместе они делали бай на UMP, на фармганах, с первыми арморами, там, с парочкой гранат. Даже когда брали раунд? А? Даже когда брали раунд? Да. То есть и они себе заранее, у них был плацдарм, потому что в следующем раунде 100% закупиться, хоть и не проиграют. Нет, хоть и не проиграют, они сыграют такой же, в принципе, с фармилкой. А если выиграют, то они просто перезакупят девайсы. Ну, то есть у них была все время какая-то экономическая подушка безопасности такая своеобразная. И стиль у них был своеобразный. Вообще, за ним было приятно наблюдать, когда это был Existence, но, увы, время прошло. Сейчас мы видим полный байт команды XCOM. Они будут отыгрывать с 3 фармганами. Нет, 2 фармганами. При этом, ну, не знаю, дробовик стоит ли считать просто за фармган. Просто дробовик, и Гуфи будет отыгрывать в Амасон. Там пауза, так понимаю, должна быть, да, ага. Старт раунда. Ага. О, что-то пошло не так у команд. Возможно, потребует сейчас бэкап. Да, он и... есть, все в порядке. Все хорошо. И вот сразу дробовик. Ну, в принципе, то же самое абсолютно будет. Мне, кстати, интересно, знаешь, когда команды уже закупились и пошел бэкап, а что если закупиться по-другому? А смысл? Ну, то есть... Может быть, что-то поменяется в голове у игрока, и он подумает, а давай лучше по-другому смени позицию, там и девайс, соответственно, тоже. Знаешь, когда уже команда какой-то план в голове себе нарисовала, они уже это обсудили, и потом такой говоришь, нет, я все-таки передумал, начал делать по-другому, они тебя неправильно, скорее всего, воспримут, понимаешь? Ну да, тоже верно. Так, прокид. Жесткие ямы. Противник нет, но ожидали бы... Ой, жесткую аркаду. Пошел жеткар чекать. Может быть, дым положит сверху. Ну, занимай, правда, яму нецелесообразно в таком случае. А, он играет от контакта, как раньше. И это очень и очень хорошо. Готовится раскид сейчас от Existence Galaxy, но при этом контактный выход под яму. Ну. Так. Выход. Сейчас вот один широкий стрейф, неаккуратно. И все, и минус JQR, и минус раунд, скорее всего, для XCOM. Но он грамотно отыгрывает, стрейфы тоже на все 100% правильно делает. Но при этом какая ХЕ прилетает ему сейчас? От тиммейтов? 2 ХЕ залетело от тиммейтов, кажется, сверху. Ты уверен? Но флешка одна точно была, но вторая, мне кажется, ХЕ была. В принципе, да, как можно кинуть ХЕ по итогу с ямы. Только от стенки, мы бы ее увидели, скорее всего. Да. При этом, смотри, Existence Galaxy сделали лимитацию какой-то выхода на точку, и уже двойка, Барбар вместе с Навком, работают в медле. Вопрос, ожидают ли этого? Какой сейчас тайминг был?
Моно погибнет. А, нет, стоп. Стомпа проблем, стоп, погибает Моно. А Стомпа сейчас просто продал Моно. Какой провал сейчас творится у XCOM, но тем не менее один фраг он сумел сделать. Ситуация 3 в 4 не в пользу команды XCOM, но тем не менее Фредди Би погибает, а это шанс. Нужен еще фраг от Жеткьера, но его сразу же забирают. Да, по Жеткьеру Стомп зарядил хаешкой, судя по киллфиду. Это, конечно, печально. Если бы у Жеткьера было сейчас больше хп, у него был бы шанс забрать еще одного возможного. Да, ну что, попытка ретейка, так полагаю, будет с XM и с Фамасом. На основе, наверное, надежда именно на Гуфи в этой ситуации, потому что XM мало что сможет противопоставить. Ну, хотя забрать на сэндвича. А смысл идти на этот... Вот, хотя киты могут забрать все, тогда вопросов нет. Просто сейчас смотрю, не было этих китов. Ну, не слышал наук противника, понимаешь, что тут находится. И сейчас будет выходить по мере. Оп, блин, вы, нет. Ну, коннектор не считается же. Не считается же коннектор 100%. 100% не считается, поэтому это выход на 15 для Existence Galaxy. Ну что, овертаймы? Хотя навряд ли, там 1500. Ключевой момент в яме-то возник все-таки. JQR, его хп и Моно в коннекторе. Все, два вот момента, которые просто как, знаешь, палки в колеса себе вставили в XCOM и проиграли раунд. И карт, можно сказать. Mm-hmm. Тем не менее, в любом случае, есть шанс у XCOM в этом раунде забрать его. Будем надеяться на лучшее. Мы увидим, возможно, еще одни допы. Но не будем загадывать наперед. Навк под точкой Б пытается найти фраг и решил выстрелить молота. С пистолетами, но зажигательными. Ну, почему нет? Ну, просто это редко бывает, что хватает денег. То есть, знаешь, там смок-флешка. Ну да, обычно да, но тем не менее. А тут богато живут. Один молотов был, и то все. Его использовали. Может, оно того стоило, чтобы догнать противника. Ладно, будем смотреть. XCOM на ранних таймингах сыграли 3B. Сейчас уходит стяжка под точку А, судя по всему. И большой вопрос у Existence Galaxy, куда они решат пойти. Барбар ждет. На миде противника некие имитацию раскид делают, то скорее что. Опа, здравствуйте. Это легкий фраг. А будет ли размен? Размена не будет. Хотя... Ускоришь летит обратно. Ускоришь контакт. Он забрал еще второго. А третий просто сбегает. У него авик. Навык не хочет его терять. Да еще и бомба у него за плечами. А два при этом заходят через зиг. И там может Моно подставиться со своим P250 и флешкой. 36 секунд на таймере. Нужно что-то быстро решать шведам. Ситуация 3 в 5. Прыжок в окно. Ну, Стом готов к этому. Забирают у нас Барбар его. Нельзя погибать Гуфи. Нужно жить максимально долго. Гуфи нужно жить. Гуфи погибает. Ах, здесь в коврах еще игрок. Есть еще игрок в коврах. Боже, какая ситуация стрессовая сейчас для команды Existence Galaxy. Где противник? Непонятно. Выход так, будет ли с ковров? Выход есть. Ковров. Все-таки прикрывают. Бомбу поставили. Это шанс у Existence Galaxy взять в итоге 16-й. Яма. Неожиданная позиция. Минус от Оскариша. Наук последний. Один против двоих. Понимаешь, что скорее всего один в коннекторе. Второй, возможно, сейчас выйдет с ямы. Бомба под него. Он с АВП. Там, правда, молик есть. Да, Навк может кинуть этот молик как раз на бомбу сейчас, если его достанет. Молотов прилетает в итоге ему. Молотов! А китов нет. Ага, все. Скорее всего... Да, не получится без рейтинга. Все. 16-й за Existence Galaxy, и у нас будет третья карта. 4 в 2 они проиграли эту ситуацию. Ну да, но при этом они были с пистолетами. Да, ну то есть они выжили максимум, они сделали все круто, Оскар сделал все круто в аркаде, и все равно раунд проиграли. Кстати, Оскар выжил последний. По иронии. Ну да. 16-14, друзья. Впереди карта Decider, на которую мы отправимся буквально через 5-10 минут. Да, 5-10 минут. Музыкальная реклама перерыва. Не забывайте забегать на сайт LoadBet и делать ваши ставки, ваши предсказания на следующую карту. У нас же немножко музыки, рекламы. Скоро увидимся. Loopbet, made for live betting.
The seasons come and go like thoughts of you. Like a wave returns to the sea into the blue. They change but in a cycle that I can't lose. Each painful but delightful to live through. You came into my life just like another season. Not for long, just a time, just like another season. Maybe this time next year. Season. Keep on changing, just like.